Горячая вода и тепло возвращаются в дома биробиджанцев. Ранее в связи с коммунальной аварией на центральном трубопроводе, выявленной 15 марта, было принято решение отключить от теплоснабжения жилые дома и социальные объекты областного центра. По факту произошедшего, по поручению главы региона Ростислава Гольдштейна был создан оперативный штаб, в который вошли представители правительства региона, мэрии, МЧС, прокуратуры, предприятия ЖКХ. Работы по поиску места аварии продолжались всю ночь и уже утром 16 марта специалисты начали возобновлять подключение горячей воды потребителям. В случае отсутствия отопления и горячего водоснабжения жителям необходимо обратиться в свои управляющие компании. По факту перебоев в оказании коммунальных услуг ресурсоснабжающие организации проведут перерасчет. Андрей Кирюшин, Павел Славин, Новости 21.